Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ICM под номером 35662. Ну, скажем так, это не совсем новинка, то есть это и новинка, и не новинка. Это у нас происходит объединение двух наборов. У компании ICM был набор «Скорая помощь» времен Первой мировой войны, и потом был выпущен набор «Миниатюры». Это солдаты и медсестра. Тоже так же Первой мировой войны. И появилась у нас вот такая модель путем совмещения двух наборов. Но я все равно сделал обзор, так как на скорую помощь обзор я не делал. И думаю, вам будет интересно посмотреть, что у нас находится внутри коробки. Так, первое, на что хочу обратить внимание, это, как всегда, красочный бокс-арт. Очень хороший, красивый бокс-арт у нас. Далее открываем нашу коробку. Первое, что у нас коробка из плотного картона. Далее у нас, как я уже говорил, это у нас набор миниатюры и набор скорой помощи. Далее у нас инструкция. Так, тут у нас имеется декаль. Давайте я ее приближу. Вот наша декаль. Декаль выполнена на новой бумаге. Проблем при приклейке нет. Следующее, с чего мы начнем наш обзор, это у нас наша скорая помощь. Инструкция в виде журнала формата А4. Первая у нас страница глянцевая, все последующие матами. Давайте я приближу, друзья. Это у нас цвета в палитре Royal Atomia, использованы при окраске, поэтому, чтобы вам было понятно. Вот наша скорая помощь санитарная. Первое приоткрытие, что мы видим, это у нас обзор ледников. Далее сборка самой модели. Хочу обратить внимание на то, что инструкция выполнена очень подробно. И проблем при сборке у вас, друзья, возникнуть не должно. Также здесь дается два варианта. Это у нас один из вариантов. Я не знаю, потому что это будет указано или нет. Нет, здесь такое. А, да. Вот получается, у нас можно собрать машину с передним остеклением, как бы, и без него. То есть вот в инструкции это указывает, что вот эта деталь у нас нужно выбрать, будет ли она или нет. Далее сборка нашего автомобиля. Наша сборка и непосредственно наши варианты окраски декалей. Первое, это у нас санитарный США 1917. Второй вариант, санитарный отряд американских экспедиционных сил Франция 1918. Далее у нас это санитарный отряд американских экспедиционных сил Франция 1918. И четвертый вариант, интересный цвет окраски синий, это у нас 36-й санитарный отряд французской армии Франция 1918 год. Теперь, друзья, приступим к обзору наших ледников.
наборе у нас два литника. И имеется третий литник. Третий — это у нас литник с прозрачными деталями. Это у нас литники от автомобиля. Я не считаю литник от миниатюры. На нем мы остановимся более подробно потом. Хочу обратить на то, что у нас деталь прозрачного литника выполнена хорошо. Сквозь него читаются все надписи. Исполнение у нас данного литника отличное. Через остекление все будет видно. Ну и давайте начнем наш обзор. Первое, что мы видим, тут деталь. Литник с деталями, с большим количеством мелких деталей. Хочу обратить внимание, что детали все у нас пролиты отлично. Каких-либо дефектов не обнаружено. Облоя также не обнаружено. Хочу остановиться еще подробнее на колесах, на спицах. Спицы выполнены хорошо. То есть они по толщине не сильно толстые. Это очень хорошо смотрится. Дальше. Следующий литник у нас. Литник с деталями кузова. Каких-либо дефектов на данном литнике я не обнаружил. Толкатель находится на внутренних частях всех элементов. Облоя также не обнаружено. И теперь последний у нас литник. Это у нас миниатюра. Давайте остановимся на нем поподробнее. Лица на миниатюре прилиты хорошо. Так, стыка пресс-форм на данном литнике нет. Мелкие детали прилиты хорошо. Также хочу обратить внимание, что на модели кисти рук они прикреплены к рукам. Здесь у нас все отлично. По детализации тоже могу сказать, что детализация сделана очень хорошо. Поэтому при сборке окраски будет смотреться просто отлично. Ну вот и закончим обзор данной модели. Обзор санитарного автомобиля. Желающие купить, покупайте смело. Модель у нас отличного качества. И сразу получается, в одной коробке мы получаем и автомобиль, и набор миниатюры. Это очень интересное решение, поэтому, может, кто-то хотел на диораму какую-то поставить, но это будет смотреться отлично. Всем спасибо, друзья. Пока.